Всем огромный привет! Сегодня воскресенье. Олесю оставили у моей мамы и едем на рыбалку в Чердым. Авария впереди. Все живы? Ого! Да, впереди подстава. Мостик затопило. Сейчас поплывем. Подъезжаем к месту назначения. По волнам, тра-та-та-та-та-та. Красота, красота. А мы плывем и не гребем. Так быстро на лодке. Ой! Сейчас утопим мы котик. Блин, пипец, если мы сейчас перевернемся от той сильной волны. Нашли место классное и наловили рыбешки. Сейчас покажу. Денис. Опа! Классно. Был такой синий ветер, сейчас хоть стих. Взяли с собой кукурузу, червей, тесто. Лучше всего на червей клюет. На кукурузу вообще еще ни одной рыбы не поймали. Но там вообще окунь бьет. Вон прям. Вон прям. Рыбы здесь полно. Хорошее место нашли. Время уже 11 часов ночи. Приехали с рыбалки. Вот такой вот наш улов. И вот еще рыбка. Это, наверное, кошкам отдадим. Всем привет. У нас сегодня на ужин вот такая рыбка, которую мы сами поймали. И еще покажу сейчас в мультиварке закуску свою любимую. Это баклажаны, помидоры с майонезом и чесноком. Обожаю это блюдо, и летом мы его очень любим. Вот такая вот вкусняшка получилась.